Він уже пошимає, Отець Небесний, благодарність Тебе за милость, яку являєш для нас. Ми благодарим Тебе, Господь, за це время, за ту возможность, за те, що Ти даєш нам це унікальне время. Унікальне время в тому, щоб насідатися, поучатися, наповнювати свій сосуд ростом, на самом деле, пищей, которая даст нам рост. Я прошу Твоей милости и благости на эту неделю и в последующие дни перед Йом Кипуром, Господь, прославит Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь. Как интересно, что мой класс выпадает на, как раз на Йом Кипур. После, может быть, кто-то еще и покается после всего. Кто знает, какой класс у меня какой сегодня класс мы будем проходить? То есть какой на этой неделе класс? Кто из вас понимает и знает? Кто слышал? Саша, понятно. Про это не класс, про это вообще про то, что нам необходимо. И это как бы мы с классом называется мораль, будем говорить так, более мораль и этика верующего человека. Мораль и этика. Туда включаются все аспекты нашей жизни. Поэтому, смотря на все это, мы начнем с того вопроса, который задам вам. Что такое этика? Как вы понимаете это слово этика? Кто скажет мне? Вот ваше понимание этики. Правила поведения. Это этикет. Да, это как бы то же слово, но то слово, французское слово «этикет». А? Да, и пришла к кроха, да, и спросила. Это основа, да, фактически, почему это основа для этики? Вот такой как бы вышел такой как бы, ответ, значит, что такое этика? Это возлюбить ближнего, как самого себя. Но почему? Почему этика основывается на, как бы на каком-то писании? Ведь у нас фактически есть страны, в которых писание вообще, или священное писание вообще никакого смысла там не имеет. Вы понимаете, о чем говорю, да? Почему-то, по крайней мере, мы-то думаем о том, что этика является каким-то библейским правилом для всех народов. Но этика – это обычаи. Этика – это греческое слово, философское учение о морали. То есть переводится из греческого словаря – это просто обычаи. Философское учение о морали, ее причинах, нормах и роли в обществе. Это и есть этика. Записать еще раз, да? Запишите. Этика – это обычаи, философское учение о морали, о ее причинах, нормах, роли в обществе. Вопрос тогда выходит оттуда, что же такое мораль? И мы говорим, что такое выражение – мораль сей басни такова. Что такое мораль? Кто из вас мне ответит? А? Совокупность принципов, норм, поведения людей по отношению друг к другу и обществу. Мораль – совокупность принципов, норм, поведения людей по отношению друг к другу и обществу. Это латинское слово «моралес» – нравственность. Мы понимаем, что фактически, если так посмотреть на всю позицию, люди устраивают свои
Моральные кодексы или же нормы поведения, независимо, можем говорить так, знают они Писание или не знают. Ну, я говорю, в современном мире. Правильно, да? То есть есть общество, которое диктует и управляет всем тем, что мы имеем. Или я ошибаюсь? То, мораль нашего общества и мораль, например, других обществ, они бывают различны. Нормы поведения, которые бывают, они бывают различны. У нас, например, норма поведения – это, несмотря на все, что у нас там запретно, можно делать. На красный свет можно пойти, даже ну, как бы, если нет машин, нужно идти на красный свет. В Германии, например, люди даже не двинутся, или там в Норвегии. Они не могут даже перейти, даже в голову не приходит, почему мы должны нарушать то, что уже становится нормой для общества. Все-таки как бы каким-то образом мораль и в обществе она всегда продиктуется большинством, наверное, или же правилами, сводов, которые внедрены в само сообщество. Почему я говорю об этом? Потому что это фактически формирует наше мировоззрение и употребление того, как мы живем, то есть нашего поведения. В чем заключается именно этика верующего человека? Верующего человека, рожденного свыше. Зачем нам это нужно? А? Знаете, я смотрю, чаще всего я задаю себе вопрос, зачем христианам, то есть особенно сейчас да, популярно как бы таким продвинутым харизматическим христианам вообще двигаться в политику? Что заставляет их двигаться в политику? Чаще всего я слышу причину очень простая. Построить христианское общество. Мы это попробовали сделать как бы уже во времена Константина, да, то, что мы получили, что получили, имеем, что имеем. Но реальность такова, что идея формирования общества на христианских моральных основах довольно неплохая тема. Правда, да? Вот как бы, но суть-то мы же не знаем, как сформировать это общество. Оно уже имеет в себе какие-то основы. Поэтому мораль, диктующаяся через Писание, основывается на двух заповедях. Иешуа говорит простые вещи. Говорит, его задают вопрос, как, что делать? Ну, как, что мне делать, чтобы исполнить закон? Ты знаешь. Знаешь, да, вот. И потом говорит, что фактически иди и делай. Не просто общий обзор, но иди и делай. Другими словами, на иврите говорит галаха. Галаха, которая или свод законов и правил для общества, для не вербального просто провозглашения, что я знаю, как это делать, а практического употребления в своей жизни. Поэтому существует галаха в иудаизме. Какая же галаха сегодня существует для верующих, может, рожденных свыше, христиан или же евреев, которые верят, что Иешуа есть Мессия. Существует ли моральный кодекс христианского общества или верующих для церкви и для общин, которые верят, что Иешуа есть Мессия? На чем? Да, существует. На чем? На чем она должна базироваться? На собственных каких-то желаниях? Потому что мы чаще всего говорим, Бог освободил нас в Иешуа Мессии от правил закона. Ну да, так мы. Теперь у нас благодать погонять. И какие же нам нормы закона дает нам Новый Завет, Брихатажа? Ничего нового. Вы понимаете, что я хочу сказать? Сегодня я буду говорить с вами, или вообще буду говорить с вами о том забытом старом, что нужно возобновить. Потому что чаще всего мы в течение уже 2000 лет настолько мы отошли от норм, которые были нормами общества во время Иешуа Мессии, да, или же самого Машеха, то, что было принято апостолами, передано было ученикам, как бы это как Павел передает Тимофею,
оно уже было затмено, ну, отведено в сторону. Это самое проблематичное, что нормы галахи, которая была установлена во время жизни или же до Иешуа началось это все, и после, которое употреблялось в еврейском обществе, оно не было принято язычниками по причине того, что нужно было отделиться, нужно было правление кулака и управление народом, силою. Поэтому многие вещи, они были изменены. Но до нас доходит только лишь частичное состояние морали, которое мы переняли это от родителей, переняли это от родителей родителей. Но современное общество, реально, современное то, что мы в технологиях живем, оно меняет наше мировоззрение. Реально. Я вас просто как бы к этому подвожу. Что сегодня, например, возлюбив ближнего своего, мы даже не знаем, как это интерпретировать. Что это значит? Если мы лет 15 назад, 20 лет назад, отношение к людям было, знаете, такое трепетное, и каждый пытался помочь в трудных обстоятельствах, Советский Союз рухнул, и в этих трудностях люди пытались помочь друг другу, да, вот каким-то способом, чем могли, то сегодня проявление этики в обществе, в котором мы живем, оно очень довольно странное. Все-таки Украина считается христианской страной. Или я ошибаюсь? Пока еще, правильно. Пока еще. Почему? Официально это во все, если вы посмотрите в интернете, и христианские страны, и Украина считается христианской страной. Принято православной, ортодоксально-православной церкви. У нас, это есть право свободы совести. Но даже если будет утверждено, как бы, одна церковь, например, как Германия, как это лютеранская церковь, все равно Германия считается христианской страной. При всех переменах и других, она не считается мусульманской, буддийской, хотя существуют там и мусульмане, и буддисты, и шовинисты, и еще какие-то такие, да, то есть, но в рамках такого принятого всемирным понятием это является христианской страной, потому что даже налоги, которые люди там оплачивают, то есть берут их из рабочего чека, который они дают, идут на развитие лютеранской церкви. То есть это идет как бы автоматически. Так же, как и в Финляндии, в Норвегии, там также высчитывают из тебя, с твоего чека на развитие церкви. Что сегодняшнее, конечно, оно оспаривается. Последние, например, 20-30 лет это перемены такие, что мы даже не представляем, что может быть через 10 лет с нашей страной. Но при всем этом у нас считается христианская страна, где даже при всем этом живут евреи, арабы, мусульмане, живут другие народности, которые по-своему интерпретируют и по-своему верят. И все-таки этика, мы не говорим о государственном положении, мы сегодня будем говорить об этике каждого верующего человека. У меня есть такое высказывание, я своих ребят, пацанов, всегда учу. Не каждый будем говорить, джентльмен или же благородный человек. Не каждый благородный мужчина является христианином. Но каждый христианин обязан быть благородным. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть достоинство, оно должно быть. Я верю в то, что если приходит жизнь, перемены человека, внутренняя перемена, принятие Иешуа своей мессией, тогда мы, как верующие люди, обязаны изучать то, о чем учил нас Иешуа. И основные позиции, и он говорит, весь закон, весь свод закона, он устроен на двух заповедях. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Итак, первое, о чем мы будем сегодня говорить, это учиться любить. Что такое любовь?
Мы не будем говорить о значении слов сейчас пока. Будем говорить о том, что такое любовь. Каждый человек воспринимает любовь по-своему. Это может быть чувство. Я зачитаю некоторые фразы. Знаете, вот как бы я пытаюсь соединить позицию общего такого принятого иудаизма с тем, о чем я буду учить. Хочу показать, что разница в том, что в учении христианском или учении мессианском и общим принятым иудаизмом почти нет, кроме некоторых, мы называем, мицвот, правил, да, или же выполнения этих заповедей. И, в общем-то, как бы нету разницы. Галаха есть галаха, то есть правил, свод правил. Начинает это бывший наш, как бы сказать, общепринятым любавический ребе. Он пишет: «Любовь – одно из наиболее часто упоминаемых нами чувств. Остается загадка для человечества». Правильно? Что такое для вас любовь? Давайте пообщаемся, поговорим о чем. Что такое для вас любовь? Я не спрашиваю, что в Писании написано. Для тебя это труд. Да, для состояние. Чувство. Отношения. То есть мы на самом деле... Слово «любовь» для нас разнообразно, и мы ее можем проявлять по-разному. Как вы думаете, ревность, которая производит, в человеке происходит, это любовь или нет? Это плохое или хорошее? Мы начинаем копать на самом деле. Правильно, фактически ревность по Господу снедает меня. Хорошо, правильно? Это слово ревность, то есть бывает хорошо. Значит, любовь – это чувство, которым нужно научиться. Еще говорит о том, чтобы мы любили друг друга. Кто помнит? Интересно, в Новом Завете есть такое выражение. Это в Иоанна 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как и я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Не понял? 13 глава, 34 стих. Разве новая заповедь любить друг друга? А? С одной стороны, да, потому что мы будем говорить о том, что он до этого говорил. Весь закон заповедей, то есть закона, весь закон основывается на двух заповедях. Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всем разумением твоим, и всей твоей крепостью, и ближнего твоего, как самого себя. И тут он говорит: я даю еще вам новую заповедь, любите друг друга. Чем проявилась любовь Иешуа Мессии? Интересная часть. Нет больше любви, да, чем... К этому направляет Рав Шаул в послание к Коринфянам.
Если ты имеешь все познание, всю веру, да, а любви не имеешь, ты что? Другими словами, о чем Иешуа хочет сказать, то же самое подтверждает он в Танахе, то есть подтверждает слова, которые Господь оставил для всего Израиля. Послушайте внимательно, чтобы вы понимали. Иешуа пришел не уничтожить закон, но исполнить. Исполнение закона является проявлением любви. Вы скажете, подожди. У нас же там конец закона, Христос. Вот именно. Совокупность, то есть итог всего закона, Машиах. И он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть, как бы, очень просто. Я, исполняя закон, показал эту любовь для вас в законе. Потому что без пролития крови невозможно иметь прощение грехов. Прощение является самым, как бы, великим проявлением любви. Я считаю, это лично мое мнение, может кто-то оспорить его там на дисках, кто будет смотреть по школе, по интернету, могут скажи, об этом спорить. Но вопрос же не в споре. Любовь позволяет нам испытывать другого человека и ему испытывать нас. Давайте процитируем. Любовь не что? Завидует. Любовь не превозносится. Любовь не гордится. Любовь не ищет своего. Любовь не бесчинствует. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, любовь все переносит, любовь все всему верит и всего надеется. Это все делает любовь. Но что это такое? Любовь позволяет нам испытывать других людей, и этих людей, люди в этой любви испытывают нас. Я хочу показать, что Танах и Брихаташа, они настолько сильно связаны, что исполнение закона, то есть закона любви, он проявляется именно в Новом Завете, Брихаташа. Давайте будем думать дальше. Но если любовь лишь потребность типа еды, питья, то почему она так неуловима? Если мы, другими словами, если потребность любви у нас, как и в пище, и в одежде, то почему мы не можем ее, взять и использовать правильно? Почему любовь так трудно достается многим людям? Почему она сопровождается страданиями и разочарованиями? Помните, мы раз подняли, что такое любовь, а потом любовь – это только одна сторона, как бы, возвышенных чувств. Вторая сторона медали – это страдания, переживания. Мы добиваемся любви на очень малое, короткое время, и мы больше всего страдаем от той любви. В
Другими словами, хочу сказать, что пища и одежда является потребностью здесь, на земле. То есть наше естественное элементом земного бытия, которое поддерживает наше тело, наш разум, наше существование. Но любовь является языком Бога к людям и между ними, которая поддерживает нашу душу. Мы говорим, Бог есть любовь, да? Что же это такое? Что, вот именно в чем она заключается? Настоящая любовь, о которой мы говорим, которая помогает нам в этике, которая помогает нам служить другим людям, это не любовь, которая присутствует в романах. Помните, мы говорили об этом? Я уже прошлые три субботы говорил об этом. Это не роман, не фильмы. Это не иллюзия, которую мы хотим представить себе. Не мое физическое «я» удовлетворение, а это отношение Бога к человеку. Другими словами, о чем я хочу сказать, мы и чаще всего ищем то, что мы утеряли. Мы ищем совершенную любовь, которая была между человеком и Богом во времена, когда они ходили в прохладе дня. Потому что иначе невозможно было понять, Бог возлюбил человека. Что было в начале у Бога в разуме? Человечество или земля? Наверное, человечество, потому что, чтобы поселить человека в мир, в котором, в совершенном мире, Богу нужно было создать нечто. Правильно? Он не мог его просто вести в никуда. О чем я это? Если мы посмотрим на то, как Писание говорит о том, где Бог обитает, мы поймем, что у Бога есть мир, в котором Он обитает. У Него есть трон, правда? Или нету? У Него есть сад, или нет? Есть. Там есть деревья, потому что сады есть. Да? Там есть скалы. Да или нет? Нету? Есть. Среди огнистых камней. Там, да? Там есть место жертвенника. Или нет? А? Что еще есть? Откровение. Давайте подумаем немножко. Что Моисей получил от Бога? Скрижали. Но вопрос он получил намного больше. Он, Писание говорит о том, чтобы ты сделай так, как ты видел. И он передал то, что было небесное. Он передал это и создал на земле то, что было небесное. И именно скинию собрания, она как похожа была, и сам ковчег завета, это то, что он видел. И написано к евреям, что он принес жертву, Ишуа, да, он взял собственную кровь, пошел во святая святых. Святая святых он не входил на земле, в какую святая святых он зашел там? То есть у Бога есть мир, которое мы не можем объяснить, можем только увидеть, его просто в разум своем представить. Но мы его представляем в своем ракурсе. Посему он возлюбил человека так сильно, и создавая человека, он хотел поселить в мир, который будет совершенный, похожий на мир его. Как он там правил, Бог там правит всем, правда или нет? Он везде, он во всем.
Бог везде, Он везде присутствующий. Правильно, да? Значит, Он хотел создать человеку мир, где человек будет управлять миром. И что первое сделал, когда создал человека, Он говорит, что ему? Помните, да? Еще что? Владычествуйте над землей, над всеми тварями и так далее. То есть повеление владычествовать. И мы говорим о Боге, ты есть владыка, то есть ты управляешь. Человеку дали то же самое. Если человек не устоял в своем искушении, это привело к дальнейшему как бы, развитию плана спасения всего человечества. Он везде во всем. Я вчера смотрел отрывки из таких вот моментов, где иудеи спрашивают христиан, ну, у стены плача, ну, зацепку такую, спрашивают, о, ты христианин, типа, да? Но ты веришь, что Бог везде во всем? Он говорит, да. Ну, сначала как бы так. Ты веришь, что Бог как бы во времени, Он как бы, ну, просто невозможно его ограничить? То есть, и задаю вопрос, ты веришь, что дьявол в Боге? Он говорит, ну, конечно, потому что он его создал. А ты веришь, что Бог в дьяволе? Понимаете, да, вот, и все такие, да нет, не может быть. Он говорит, значит, ты ограничиваешь Бога. Он может быть везде и во всем. И потом задал вопрос, он говорит, значит, твоя вера неправильна. Он говорит, вот, ты веришь, ты что христианин? Да, говорит, ты веришь, что Иисус воскрес из мертвых? Он говорит, да. Говорит, а ты веришь, что Бог вот, был именно, что он Бог? Он говорит, ну, конечно. Значит, он остался в гробу. Он говорит, нет, он воскрес. Значит, он не мог оставаться в гробу. Он говорит, нет, значит, ты неправильно веришь. Он там тоже был. Потому что он наполняет все во всем. Даже то, что нету, как несуществующее, как существующее. Я понимаю, что концепция правильная, но вопросы неправильные. О чем я говорю? Что любовь Божья, она всеобъемлема, она присутствующая во всем. Возможно ли нам, как верующим людям, раскрыть эту любовь и посмотреть на нее, ну, между другими глазами? Возможно. И нужно. Но поэтому Иешуа говорит одну такую фразу. Любите друг друга, как и я возлюбил вас. Другими словами, безгранично, во всем, что происходит, даже отступники, даже те, кто, может быть, хулили Бога, хулили Его, Он присутствует во всем этом и желает эту любовь возобновить. Как вы думаете, что делал Павел, прав Шаул, когда ехал в Дамаск? Он ехал принести любовь Божью, поцелуи от Синедриона к верующим в Дамаске? Нет. Но почему-то сказано, что он ревнитель был. Ревнитель. То есть, есть та любовь, которая заставляет тебя идти, сделать то, что ты не должен делать по закону. Ревность по Господу, да? По Господу. И вот момент этот очень важный, когда, помните, из Ветхого Завета, говорю так, из Торы, когда при взятии, взятии Иерихона происходили некоторые вещи. Что-то было взято, что было украдено. А потом кто-то из людей брал себе девиц. Грех взял на себя. Бог сказал не брать никого, то есть ни в жены никого брать, ничего. И один из еврейских пацанов втихаря и взял себе девицу и наслаждался любовью, так называемой плотской любовью. И это грех пришел. То есть пришло, ну, такое мерзость. Другой еврей по ревности своей приходит и пробивает их обоих копьем. И Бог говорит, молодец. Что это такое? А? Это любовь или не любовь?
Но скажите, пожалуйста, это было проявление любви Бога к людям? Это проявление любви или нет? Писание говорит, что наказывает всякого сына, которого любит. Которого любит, наказывает. Водой потопил весь мир. Это что было? Проявление любви? Так это лучше будет для них? Для них это лучше будет или нет? Для людей лучше. Особенная любовь. Но написано, что Бог нелицеприятен. Он нелицеприятен. Значит, мы ограничиваем любовь Бога во всем. То есть мы смотрите внимательно, мы основываем наш вывод на собственных чувствах, на собственных переживаниях, на собственном опыте. Он такой, ой, выскочило слово у меня, все, надо что-то делать с этим. Я не мучаю, я просто говорю, что мы общаемся о любви. Что же такое любовь? Если он сказал, значит, все, должно быть. Я понимаю. Любовью тоже можно навредить. Мама не наказывает своего сына, проявляет любовь. Подождите. А? Подождите. Если родители фактически... так любят своего ребенка любят, и они не видят, что в этом поведении, то есть наказание будет помогать или что еще. А другие, наоборот, лупят так, что аж дрызги летят, и он становится идиотом еще, знаете, вот там таким, понимаете, что же, какое проявление любви? Бить палкой или же говорить? Воспитывать. То есть... Кто знает эту дозу? Индивидуальный подход. Тот научится. Ага. Мы приходим к такому моменту, что такое любовь, как она проявляется, что-то за чувство. Но в любом случае, мы сейчас возьмем перерыв и вернемся к этому вопросу попозже.